Всем привет! Выбрались мы с Натальей на рыбалку. Ну так, не рыбалка, а обзор нашей новой палатки, которую мы приобрели недавно. Палатка называется Мир 2017. 240 на 240. Высота под куполом 220. Под боковину 190. В принципе, нам рост этот достаточный. Палатка четырехместная. В комплекте входят 4 вертыша, растяжки, клей, заполнительный материал. Палатка трехслойная. Сейчас будем ее распаковывать. Ни разу мы, правда, не обращались с такими палатками. Сейчас будем устанавливать палатку. Так. Ни разу такую палатку еще не делали. Мы собрали палатку, конечно, первый раз собирали. Вот такая просторная, светлая. Вот купили пол тоже отдельно. Да, большой минус, конечно, нету этого под печку специального. Имеется коврик под печь. Пол тоже утепленный. Пол идет 250 на 250. Ну да. Также имеются там подлунки, молнии. Лунки 3 это достаточно будет. Ну, сейчас это я его сделаю и покажу. Нашли мы все-таки в чехле. Завалялся. Ну, все установили. Огнеупорный. Сейчас будем устанавливать печку. Поставили уже две раскладушки. Вот такие мы раскладушки купили, следопыты. Вот стоит вторая. Места много, просторно. Вообще шикарная палатка. Мне нравится. А вот так вот мы расположились. Печку поставили. Одну раскладушку мы пока убрали. Нам пока будет одной достаточно. Столик. Вещи сейчас все разложим. Чехлы все убрали. Ничего не мешается. Просторно. Сейчас. Это уже в следующем видео. Будем испытывать печку. Попробуем что-нибудь на ней приготовить. Так что палатка мы довольны. Много карманов. Что удобно, веревки. Взять вон штаны повесили, пока Наташкины висят. Так что кому понравился наш небольшой обзорчик. Палатка очень хорошая. Рекомендую.
и цена невольно такая дорогая. Так что, кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся уже на рыбалке и в дальнейшем эксплуатации этой палаточки. Всем пока!